Здравствуйте, друзья! Рады приветствовать вас в городе Москва. Сегодня здесь завершается первый круг женского чемпионата России в высшем дивизионе, который отныне носит гордое имя Суперлига. Именно с этого сезона новый бренд футболистки, правда, те же, но от того не менее интересные. Итак, начинаем. Воротами Ангелины Цирульниковой. Ну, действительно, достаточно тяжело, если судить по результату. Видимо, так. Пауза на водопое. Ну, не сказать, что прям супер жарко сегодня в Москве, но, тем не менее, достаточно душновато. Но было местами опасно. Сарова, Андреева в касание, и это был, по сути, выход один на один. Но, наверное, стоит отметить, безусловно, и Ангелину Цирульникову, которая вовремя вышла из ворот и сделала все от себя зависящее, то есть закрыла максимальное пространство. 6. Опасно! И мяч в воротах Чертанова. Классно поставила корпус Татьяна Шейкина. Сделала несколько шагов назад спиной. Умудрилась мяч сохранить. И в итоге, пожалуйста, 1-0 Енисей повел. Как это было? Аут. Действительно, таким черепашьим шагом назад несколько шагов сделала из близкого расстояния поразить ворота Дианы Пономаревой. Каких-то особых претензий Диане, но тут, наверное, не предъявить. При территориальном преимуществе Чертанова впереди в счете Енисей. Дарья Солонович номер 29. Вот сейчас может получиться опасно, если получится. Не получилось. Красноярки Шейкина. Кому давать? Вперед на Джафарзаде. И здесь Пономарева первая на мяча. Зажигалка команды во всех смыслах этого слова. Не было ли уже не вне игры? Было. Было. Навес неудачный. Трофимовой, но мяч возвращается обратно к Наталье. И вот это уже поинтереснее навес. Она 2002 года рождения, в запасе. Прострел, и Цирульникова сегодня без погрешностей действует. Ну, засчитываем как удар. Навес. Ну, это слишком сильно, слишком неточно. Козлова разряжает обстановку. 3 очка для Енисея. 1-0. ЖФК. Енисей. ЖФК Чертанова. Ну, если быть точнее, 0-1. Потому что матч сегодня проходил в Москве. Поздравляем болельщиков Енисея с победой. Вторая победа в сезоне. И 7 очков набирает Енисей.